Концентрация высоких технологий в одном месте. Именно так можно охарактеризовать уникальный международный проект CSTB Telecom & Media. Каждый год выставка собирает под одной крышей отечественных и зарубежных профессионалов телевидения и телекоммуникаций. Среди участников здесь можно увидеть не только производителей и дистрибьюторов контента, медиахолдинги и телеканалы, но и цифровые платформы, кинокомпании, продакшн-студии, IT-компании, консалтинговые и аналитические агентства. Всего в 2020 году на выставке представлены 270 брендов. Открывая календарный год, выставка «Форум» закрепила за собой статус не только стартовой площадки для новых проектов отрасли телевидения и телекоммуникаций, но и статус центра по аккумулированию основных мировых трендов, глобальной экосистемы телесмотрения и видеопотребления. По традиции в выставке принимает участие «Газпром Космические системы». Основные объекты наземного комплекса управления спутниками компании, включая Центр управления полетами и земные станции служебного канала управления, находятся в телекоммуникационном центре в Щелково. Космическая инфраструктура компании включает в себя орбитальную группировку спутников «Ямал» и наземный комплекс управления. Космический флот имеет в своем составе спутники «Ямал-202», «Ямал-300К», «Ямал-401», «Ямал-402» и «Ямал-601». Именно он был последним выведен на орбиту в мае 2019 года и является самым мощным по пропускной способности спутником связи в России. Широкая зона покрытия спутника «Ямал-601» позволяет обслуживать значительную часть восточного полушария Земли. Новый К-диапазон покрывает самую густонаселенную часть нашей страны. «Газпром Космические системы» обеспечивает своим пользователям спутниковый интернет для офисного и домашнего использования на всей территории России. Максимальная скорость до 100 мегабит в секунду, независимо от выбранного тарифного плана. Презентационный стенд «Газпром Космические системы» на выставке приковывает особое внимание. И нам приятно, что Щелково, представленное в лице компании, собрало сегодня вокруг себя множество дилеров и потенциальных клиентов. И сегодняшняя выставка – это чудесный повод встретиться с дилерами, поговорить о трендах, поговорить о наших новинках, ответить на их вопросы, которые, возможно, у них накопились, и провести для них приятный розыгрыш с призами. В этот раз организаторы подготовили для клиентов сразу несколько ценных подарков. Это сертификаты на посещение конференции «Сателлит Раша», которая состоится в апреле, миниатюры всех 5 спутников компании и главный приз – комплект оборудования, который работает с новым спутником «Ямал-601» в К-диапазоне со скидкой в 90%. Мы занимаемся установкой спутникового интернета. Я из города Кемерово. Наконец дождались К-диапазон у нас, высокоскоростной интернет. Будем продвигать, стараться. Это очень, кстати, выигрыш. «Газпром Космические системы» с каждым годом демонстрирует все более инновационный, высокотехнологичный и востребованный набор услуг. Сбавлять обороты предприятие не планирует. Напротив, в перспективе еще более стремительное развитие. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.